Привет, я Скотт Маклоски, инженер системы бурения научной лаборатории на Марсе, и это очередной отчет марсохода Curiosity. Мы начали нашу первую кампанию бурения на участке, который мы назвали Джон Клейн. Джон Клейн – область, в которой много плоских камней типа Y, идеальных для первого бурения. Мы смогли правильно поместить роботизированную руку и бурить вертикально, сверху вниз, так, чтобы собрать как можно больше образцов. Мы начали с того, что сделали очень маленькое углубление, чтобы проверить молоточковый механизм бура. Все это работало прекрасно, поэтому мы углубили это мини-отверстие. В нашем тесте глубина отверстия составила 2 сантиметра. Мы сравнили сечение мини-отверстия с теми образцами, которые остались у нас здесь, на Земле, в лаборатории реактивного движения. И определили, что материал, который у нас есть на Марсе, можно вносить в систему. После всех подготовительных операций мы очень волновались при переходе к основному большому событию. Мы пробурили в скале отверстие глубиной 6,5 сантиметров. Мы использовали камеру роботизированной руки, чтобы делать снимки. И вот мы видим 2 отверстия. Справа мини-отверстие, в центре полноразмерное. Серый цвет показывает, что внутри скалы материал не такой, как на ее поверхности. В следующей неделе мы попробуем использовать серый порошок, который мы собрали, чтобы очистить внутренние поверхности дрели. Мы будем перемещать руку, чтобы стряхнуть этот порошок. Это был отчет марсохода Curiosity. Следите за нашими обновлениями.